продолжаем стремец, финал ВКТ. Вот. И тут Сиричин с Кальяном будут снова рандомами, но я их сейчас уговорить попробую. Шейкер, шейкер, как же грустно, и такой братишка злой. Чё, бро, мейн раз смешно ли они будут? Может, не надо им мейн расами играть? Да они уже две по фану сыграли. А, ну в принципе, да. Что-то Коляна еще нету. Надо дождаться, пока он там сообразит что-нибудь по игре. И будем стартовать после этого уже. К нам Кросс присоединился, зашел на стрип, короче. Смотри. Куда зашел? Ну, Кросс зашел к нам на стрим, смотри. В игру. Кросс качает. А? Кросс качает, как?
Это пиздец. Что ты проугараешь? Арлекино! Да какой нахуй Арлекино? Это, блядь, у него извращение. Арлекино Буратино был такой. А у него, блядь, хуйня какая-то. Марвеловская. Ну чё, гол? Ну, марловский Арлекин. Короче, нажимаю. Да, может, нажимай. Угу. Чё там такое? Кино. И Коляна Чандет, Асирия Эльф. Класс. Да. Сейчас Коляныч покажет скиллуху за андетов. Ну что, как думаешь, за эльф в Сирию как? Тащит? Да, не думаешь. Не думаешь? Смотри, где Сирия оф решил поставить. Как тебе? Мне кажется, если бы он еще ниже поставил, было бы вообще хорошо. Да, под самым артмагом. Так, запись на стене. А второй кто? А кто второй, бро? Рядом с Борисом Моисеевым. Ну этот. Как его? Марат Башаров. Ага. Башар Маратов? Башар Марат. Ух, Коляныч сейчас покажет скиллуху, я чувствую, за андедов. Он же знает все их слабости там, ну, у ночных эльфов я имею в виду. Поэтому он сейчас будет. Не, ну ему, по крайней мере, будет проще, да. Да. В этом плане, да. Смотри, Сирич сейчас какую-то хуйню делает, какие-то, блядь, три виспа. Чего это, блядь, такое? Зачем это? Может быть, конечно, он их развесить решил по всей карте, но, блядь, это пиздец. А как развесить, все дерево потеряет. Ну да, о чем я и говорю. Причем он их так развесил еще, конечно, что, блядь, я не знаю. Потерять можно изи таких виспов. А тут что у нас, люциферовская или что? Ты как тебе сказать? Не сказал бы, что люциферовская, потому что дерева очень мало. Если бы это было люциферовское, то был бы уже на течку Коляныча, а тут что-то вообще другое немножко. Да и гули было побольше. Ну да. О, я знаю, что сейчас Коляныч будет. Он, короче, насмотрелся, как тот андед, короче, против него играл, помнишь? И он сейчас кинет койл, типа, и ЛС Архимаг накинет. О, видишь? Он, типа, подсмотрел. Вот. А что там, койл кидаешь и все? Да, и он кидает ЛС. А на нижней точке, если так сделать... А гули должны стоять возле? Да, конечно. А на нижней, вот, а на нижней возле... точке, если это сделать... Да? Что? Гули возле дыки должны стоять, да? Я же тебе сказал, да. Вот. А на нижней, если точке так сделать, то он почему-то пуруш кидает. А гули должны возле дыки стоять? Это заебал, блядь. Тупой, что ли, блядь? Нет, я проверяю, не забыл ли ты. А на нижний пуш? Пуш, да, пуш. Вунш-пунш. Пунш? Да, да, пуш. Из Доты такой герой. За пунжа. За пуджа обосной. Знаешь, петух дотер типичный такой. Ой, я хотел с паузы снять. Прикинь, такой, блядь, злой акул хуяк с паузы снял. Типа, блядь, судья за нон-стоп игру. Нету времени. Чисто подъебно.
начинается крипинг, и Коля подхорашивает здесь демона хантера. Сейчас даже может попробовать окружить, что-нибудь такое замутить. Здесь будет минус булька, скорее всего. А, не, не будет, потому что там все-таки койл, про который я забыл, и Сирий до конца не отсосал как следует. Вот, поэтому... Ой, я, наверное, так сказал, это слишком пошло, мне кажется, прозвучало. Как ты считаешь, брат? Да, очень. Вот. Знаешь, что забавно, что Коляныч Клинич решил с двух бараков запушить сириченца. А зная сиричница, он сейчас заделовежится таверками, и пушка Клина не прокатит. Лол. Смотри, Сири там он написал, типа, что он зажал гулю, и в итоге крипы наебнули гуля. Коля лишь койл прозрал. Отвлек его, короче, сириченс. Негодяй. Просто негодяй. Нельзя так делать. Я считаю. Вот у Сири 1200 голды, как тебе такое макро? Да? Нравится? Очень. А Коля собрался в гарк играть, походу. Ни хрена себе у Сири тут за кубочка. Там Орликина тебе скинул. Настоящий. Настоящий. Орликвин. А где? ВК. Потом посмотрю на что. Игра все-таки. Очень крутая игра у них. Да. 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 Так, Сиричин берет панду, Мику пьяного кулака, а сам Демон Хантером решает ворваться на базу к Коляничу. Вот, и пытается он. Делает это довольно успешно, потому что у Коли нет ни рубки, он как 120 решил ее не строить. Вот. И в итоге из-за этого гулю просирает. Может быть, даже и не одну, но нет. Все-таки ДК нагоняет. Даже койл кидает. Прикольно. Как-то койл слабенько зашел. Или мне, может, так показалось, просто я не знаю. Так, Сирик не пошел. Панду вот не качает. До сих пор это косяк. Ну, а Коля просто крипится. Короче, соло Дескнайта. А, у него очень поздно все просто. У него он кладбище забыл заказать. Вот он, ну как забыл, то есть относительно так забыл, потому что по строению Т2 оно не будет готово. Вот я об этом, то есть вовремя не построил. Сейчас можно гулю потерять, если не переагрить. Тут тролли настолько ебанутые, что они могут, даже если ты переагрил кого-нибудь другого, ёбнуть, кто тоже там с малыми жизнями. В это время Сиричин скрипит панду вместе с Демон Хантером, это вот ошибка. Ну, потому что играет через одну арчу всего лишь, а вот через одну арчу играть нельзя, товарищи эльфы. Это слишком опасно. Вот. Вас могут запушить. Если бы Коля знал об этом, он бы охренел, что Сири такой наглец. Против андет играть через одну арчу, прикинь? Ага. Так только Сири может. Сири, наверное, почувствовал себя богом за эльфов, поэтому решил спокойненько сыграть через одну арчу. Прикол еще в том, что... А, Коля решил пофаниться конкретно. Он взял Тинкера, смотри. Вторым героем, видишь? За андетов Тинкера как себя? Круто, чё? Я думаю, это очень похоже на 3-2-2. Со стороны товарища Сириченса, поскольку он магазин почему-то не построил эльфийский. А нет магазина, это ГГ, как нам известно. А Коля решил просто 50 лимита гулей сделать.
Зараши Тири. Оригинально. Ничего не скажешь. Очень даже неплохо. Так. Здравствуйте. Сейчас панда будет дышать. Панда, дыши. Мишки не готовы. Я не знаю, либо спорталился, либо чуть-чуть подрался, но потом бы ушел отсюда нахер. Ну, панда, дыши, ебаный в рот. Это пиздец. Вот. Дыхнул. Ну, из-за того, что мишки не в форме, мишки не гамми, надо уходить отсюда. Панду сейчас потеряешь, делай ТП. Ебаный в рот, ну пиздец. Хуя он дрался, блин. Ну хотя Коля, конечно, тоже подрассыпался тут приличненько так. Раз, два, три. Три гули вроде потерял. Но это такое. Ну, может чуть побольше, но суть в том, что это, блядь, мало. Малая толика. Если бы были бы медведи готовы, то было бы все гораздо лучше для сиричнеса. Но вот уже готово сейчас, наставники. Коля в наглую крепит оранжевую точку здесь. Сейчас из голема выпадет, если что-то вкусное, то для Сири будет ГГ. Что выпадает? Эликсир маны. Пиздец. По-моему, еще минус куля сейчас будет. У Сири косяк, что он без арбы. Сейчас будет перехват героя вражеского. Я не вижу. А, медведь есть, все. Все, вижу. Погоня за одной дрядкой, за несчастной. Минус дрядка. Ну что, я даже не знаю, Сири, возможно, стоит выходить в 50-ку и как-то пробовать экспанд ставить, пользуясь случаем, что у Коли мало гулей, как бы рассыпались они все, нету Т3, нету лича. Можно поставить экспанд попробовать, мне кажется. И задефать его с медведями спокойно. Ну, правда, надо резака взять перед этим, потому что с деревом у него дикие проблемы. Смотри, как у Сири войска заказывается в Лоренце, прикольно. Мишки, потом дрядки сразу. Это интересно. Единственное, что, конечно, тут арбы не хватает у эльфа. Это очень большой косяк. Второй бортмеханик сейчас ракетами, мне кажется, будет стрелять. И добивает. Или нет, или вроде не добил. Что-то я так и не понял. Панда вроде третий уровень получил, наверное, все-таки не добил Скайла. Но было такое чувство, что добил все-таки. Ну ладно, не суть. Сейчас демон будет пробовать отсасывать ману. Ну, подплочила лягушка с овцой, я бы их замочил бы сразу за это. Вот. Сиричинс просто намасил медведя, купил берсерка. Коли финды, жертвенник пошел. Коля, конечно, очень интересно играет. Пассивный андед, коляноч такой. Вот. Сири старается, молодец. Сейчас пойдут дряды с дисполом. Ему будет посложнее. Всего-то 4 финда, хотел сказать, медведя. Вот, и сейчас будет крипжек здесь на Меркинарии. Но из-за того, что Сири вовремя подошел, не смог Коля закрепить эту точку. Вот. Но тут Вард его спас на самом деле от крипжека. Сири, возможно, даже сейчас сам закрепит. Вот, Коле ему бояться нечего, потому что вообще херня армия по сравнению с его. Ух, нихера себе тут гулей. Такого порта я не ожидал, но если сейчас панда все сдует, это будет value. Давай, дыши, родная. Есть ли свитки? Вот у Коли нету свитков, это огромнейший косяк. Такое не прощается. Вот, попыточка окружить Тинкера не увенчивается успехом, надо на это забить. На самом деле, просто как бы через атаку посылаешь и убиваешь финдов, гулей, как бы вообще всех тут. На самом деле, изи. И Коля сейчас, кажется, проигрывает здесь бой. Минус Тинкер. Минус Факта. Так, и, ну, ДК, конечно, убежит под ауры. Это второй, это понятно. Вот. Ну, Сири, я думаю, вот сейчас надо ставить экспанд прям 100%. Потому что
лучше ситуации не придумаешь, когда ты Андеда загнал в такую жопу, он еще и гулеси. 5 преимуществ. Да. Ну вот посмотри, бро, как ты считаешь, Сири сейчас стоит не ломиться на плазу Андеда, а именно зачистить две красные точки, например, и экспанд поставить. Да, 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 можно. Вот. А он что-то как-то, я не знаю, ну вот он без рыбы до сих пор. А, нет, с рыбой, все. Извини, Сириченс, я был неправ. Ты с арбой. Что-то сказал нет? Нет. Нахуя ты с него отвечаешь? А, Сири вспомнил, что здесь финт закопан. Класс вообще. Вот это он, конечно, мапхакер. Слышь, деловежник, походу, опять с мапхаком играет. Мы же ему запретили. Ну да. А что он опять играет? Охуел? Что ли, блядь, пиздец. Ладно. Хорошо. Смотрим дальше. Тут вот, короче, Коля дистроф начинает мастить. Это очень правильно. И лича решил добавить. Но Сири, короче, решил его это, прессануть здесь. Бойни ему тыкает. А, интересно, есть ли Коли Грейт на дистроф? Это большой вопрос. Личи, это тут ГГ. Кому? Коля, это через атаку направить. Ну на базе Андеда попробуй подерись нормально. Это пофиг, с такой армией есть. А, ну ладно. Чё тут, а не рубкой базу бояться, через атаку и всё идёшь. Ну, в принципе, да. Ты прав. Тут, конечно, ГГ. Ты прикинь сейчас, как Сири будет в личку тебе хвастаться, что он у Коли выиграл? Да, за эльфов, поверить в себя. Да. Дых, парабам, вот, ну, без этого, без пара. Без арта спал? Без артаса. В Сири сейчас 1262 голды. Это минус ДС. Минус ДС, короче. Деск Найт. Шахту надо сносить, вот, ну. Шахту? Шапку. Шахту взял, снес и все. Блин, Сири сейчас проебет еще. Из-за своих невнятных действий. Лич. А, ну в принципе да, если минус лич, то да. Да тут пиздец, тут сейчас спиритки всех медведей расстреляют. О, Коля пишет, вот уже лучше. И выходит, лол! Сири, красавчик. А шару прыгал. А? Ничего. А ты прикинь, если он реально сейчас всем начнет писать, там ему поверишь, что он нажал у Коли карту, типа, ну дортик напишет там какому-нибудь. И не скажет, что он играл за рандом, понимаешь? Он же знает, что знаешь, что уебка, блядь. Он сначала напишет, да, там, типа, какой охуенный, потом пишет, да ладно, это, блядь, все шутка, там на самом деле вот так было. Молодец. Ну, Сири, он молодец, все равно. Поздравляю с победой. Вот. Достойно, достойно. Не могу присоединиться, то же самое. Ну ты потому что не смотрел игру, поэтому и не можешь. Нет, потому что. Не то, что не смотрел. Ты просто завидуешь Сири, потому что ты у Коли даже не в состоянии вообще не то, что карта отжать, даже виспа у него никогда не отожмешь. Понял? Да. Согласен. Ты прикинь, ты, наверное, себе представил, да, что Коля настолько охуенный, что ты не можешь вообще никого убить. Прикинь, вот ты реально там, ты гост, хуяк столько играл, и тут оказывается такое, что Коля, блядь, у которого вообще, блядь, настолько на того давлеешь, что ты просто, блядь, суицидом решаешь жизнь закончить, потому что ты думаешь, что ты полубог, а оказывается, что Коля бог на самом деле. Да-да-да. Вот. Ну что, надо ждать тогда карту. Сейчас я, короче, зайду ВКонтакте. Там Сири еще не написал, что он там выиграл Коли, нет? Я сейчас в Арике. А, в Арике? В смысле в Арике? Ну, где? Так игра закончилась у них. Ну, так я в этом, в Арике. Свернутый. ВКонтакте не открыл. Лол. А, вон Сири же, смотри, выебывается в общем чате. Видишь, пишет, смотри. Ага. Ну там дыке выпало, там то и село. Да не, на самом деле, это Коля там начал плакать, что он плохой вуд. Наркоманич. Так.
Короче, снова The Hiles. Опять. Ух, сейчас будет прикольно. Ты что там, Ура? Годные мемасики. А, годные мемасики. Ладно, я сейчас стрим остановлю, потом возобновим снова.